Как уйти от гиперопеки мамы, если ты женатый мужчине, да? Мужчине очень важно выстроить быт своей семьи, защитить детей, жену финансово, материально, обеспечить их жильем. И очень важно сделать то же самое для мамы, но мама не должна влезть в вашу жизнь. Очень непозволительно делать так, чтобы мама осуждала твою жену. Очень непозволительно позволять жене осуждать маму. Не надо быть буфером, нужно их отсоединить друг от друга. И жена должна быть уверена, что ты ее мужчина. Потому что когда они будут не уверены, будет противостояние, будет женская ревность между мамой и Килинкой, между мамой и невесткой. В общем, не смешивайте маму с женой, разделяйте ваши взаимоотношения и будьте счастливы и спокойны. Пусть ваша семья будет в благоденствии, равновесии и здорова вся.